В Гомельском районе при проведении земляных работ найдена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. После возведения кровли гаража, построенного во дворе собственного дома по улице Ленина в деревне Костюковка, хозяин с помощником взялись за рытье смотровой ямы. В какой-то момент острие лопаты среди суглинка наткнулось на металлический предмет. При дальнейшей раскопке стало понятно, что работу на некоторое время придется приостановить. Начали копать смотровую яму в гараже. Копали и наткнулись на что-то металлическое. Стали подкапывать. Оказалось, что что-то взрывоопасное. Немножко обкопали, увидели, что снаряд довольно-таки больших размеров. Поэтому все оставили и вызвали саперов. Прибывшие саперы войсковой части 55-25 подтвердили, что предмет взрывоопасный и большой мощности. Авиационная бомба пока осталась на месте. Ее извлекут и ликвидируют специалисты из Минска.